Международный молодежный форум «Евразия Глобал» нацелен на создание площадки для практикоориентированного диалога молодых представителей России и иностранных государств. Главные темы форума – креативная экономика в целях устойчивого развития, экология и молодежное предпринимательство. Деловая программа форума работала по четырем основным направлениям, посвященным устойчивому развитию и социальному взаимодействию, обучению и навыкам для будущего медиа и коммуникациям. Главная задача форума – разработка совместных проектов с участием российской и иностранной молодежи, укреплению дружеских и профессиональных связей. Наша задача была, чтобы нашу маленькую Абхазию побольше участников форума узнали, потому что некоторые из них, когда мы им говорили про Абхазию, не были информированы, либо мало информированы. Нам приходилось показывать на карте, объяснять, рассказывать, что приносило пользу. Что касается форумов. Да, я сделал выводы, что в этом направлении Абхазии стоит почаще принимать участие и отправлять активных молодых участников для того, чтобы развивать эту линию. Если будет касаться того, чтобы необходимо будет нам дальше принимать участие, мы всегда готовы для того, чтобы за нашими там, границами там, да, другие страны знали про нас. И еще мое мнение, дай бог, чтобы пандемия уровнем стала ниже, ее вообще не было на земле. Считаю, что на территории Абхазии такого рода мероприятия проводить необходимо, потому что информационная линия, она все равно играет сегодня огромную роль. Преподаватель историка Цикетской средней школы Инал Адлейба поблагодарил Госкомитет за предоставленную возможность участия в форуме. Это очень полезный опыт, который поможет нам продвигать интересы нашей республики во многих направлениях, говорит он. Было озвучено много направлений, такие как креативная экономика, активное участие молодежи в общественной жизни страны, подготовка социальных проектов, общественных проектов. И также мы узнали много технических моментов по работе над различными проектами. Это была очень полезная площадка. И также у нас была возможность проявить себя на разных тематических площадках, где обсуждались различные вопросы, которые касаются не только нашей страны, но и всего мира в целом, такие как глобальные проблемы, проблемы интеграции и прочие проблемы, которые волнуют и нас, и весь мир в целом. Председатель Госкомитета Джамал Губас поблагодарил участников молодежного форума за достойное представление нашей страны на Евразия Глобал. Благодарю, что вы нашу страну представили на таком форуме, где было участников около 70 стран. Опыт, полученный вами на том форуме для нашей страны, для нашей молодежи принесет большую пользу. Надо отметить, что Госкомспорт направил на молодежный форум молодых людей из разных районов Абхазии. И это дало свои результаты. Я следила, смотрела прямые эфиры, видела ваш плотный график, очень сжатый. Но, несмотря на это, вы во всех четырех направлениях, во всех тематических площадках этого делового форума вы показали себя достойно. Спасибо вам большое за это. Я уверена, что в дальнейшем ваш опыт вы будете применять в своей деятельности. Мы с вами будем сотрудничать, реализовывать проекты, будем вам помогать всячески, чем сможем. Я думаю, что на следующем форуме обязательно кто-то из вас предоставит свой социальный проект. Международный молодежный форум «Евразия Глобал» проводится уже в шестой раз и за всю свою историю объединил более 4000 молодых людей со всего мира. Сария Кварацхеля, Арина Агухава, Абхазское телевидение.